Доброе утро всем. Я тут, как всегда, в парк с утра пришла. Сейчас мне нужно сходить в это. Не знаю, куда сначала. В Алькампу сходить. Все-таки хочу себе купить вентилятор. Жара несусветная. Вот. И мне еще нужно сходить за лаком. Лак купить. Чарли там вот где-то ходит. Лак на работу купить. И воск закончился. Я не делаю депиляцию на работе, но там усики удаляю, там бородку кому надо. Вот, а так вот, чтобы депиляцию, там все такое нет. Только вот для лица. Ну вот закончилось у меня. Так что вот. И не хочется идти, потому что так жарко. Надо в центр города переться. Потерял. Не такой взгляд. А надо. Прогульнусь. Вот не знаю, куда сначала. Алькамп у нас не закрывается, а вот все остальные магазины, они закрываются по второго. Да, времени еще рано, но вы знаете, если я поеду в Алькампу, то, естественно, там не просто же вентилятор, нужно же посмотреть, тем более я без Чарли пойду. Времени будет предостаточно. Вот хожу, думаю, что куда сначала идти. Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне лет жить? Помните такое? Вот такие маленькие были. Такое пятно у меня вот. Оно легкое такое. Прям его даже не чувствуется. Вот. Вот и вот. В общем, да, гуляем. И, в общем, увидите, куда пойду. Зачем пойду. Мухи, заразы. Все-таки приехала в Алькампу. А рядом с Алькампу там вот есть магазин, где я свои подушки покупала. Ну, такие декоративные. Мне одна наволочка нужна. Пойду посмотрю. Народу, конечно, жесть. Машин, страсть сколько, негде парковаться. Как с голодного края все. Вот они все наволочки. Так, а какой мне надо? Мне надо, чтобы какой-нибудь под плед серенький. Что-то как-то мне еще серее надо. Или вот такой оранжевый, как у меня взять. Как все они. Почем она тут есть-то? Че почем? Что-то не пойму. Ну, по евро точно не по евро. А, вон, ни хрена себе, по 8 евро. Пойду подушку посмотрю. Может, целая подушка будет дешевле стоить. Представляете, вот, пожалуйста. По 5 евро подушки. А, вот моя. Моя. Сумер. Сумер. Какой сумер? Прикольно, гляньте. И вот, пожалуйста, вам дешевле, чем это. Ну, не дешевле, конечно, но, мне кажется, красивее. Только сумер. Единорог. Фламинг. Так. А вот такие, что почем? А, 20 евро. Вот это прям подходит мне под это, по цвету. Но, блин, по цене не подходит. А вот 8,50 тоже симпатичный. Такой-то. В общем, сейчас что-нибудь посмотрю, выберу. Столько народу. Я что-то вообще вентилятора не вижу нигде. Где они есть-то. Представляете, захожу сюда. Тут муж где-то шатается. А вон идет. Где, блин, эти вентиляторы? В упор не вижу. Зато вот телек есть, смарт-телек. 400 евро огромный. Ой, будем искать, где они ездят. Где? Что-то вообще в упор не вижу. Должны быть на первом фоне, как говорится, а что-то нету. Кондеры висят. В Алькампу не оказалось ни одного вентилятора. Смотрите, какой прикольный зонтик на кресло вешается. У меня такой есть, но поменьше. В общем, мы пришли в Леруа Мерлен. Что-то я тоже не пойму, где. Здесь есть, вообще видите, сколько народу, где они есть, эти вентиляторы. Все, наверное, сейчас кинулись покупать вентиляторы. Краски, мураски. Блин, в погоне за вентилятором. Жесть. Конечно, такая жара. В этом году прям, ого, чё, куда очередь такая.
Ни хрена себе. Ты, наверное, для этого оплачивать что-то, что ли? Охренеть. А вообще люди с ума сошли. А что-то я вентиляторов-то не вижу. У меня вообще есть? Нету, походу. Ни одного, что ли? Да. В общем, смотрите, у нас тут другой есть магазин, Factory. Там должно быть тоже электродоместикус. Или как там их? Ну, электроприборы. И вот в китайский пойду. Я не хотела в китайский, а муж сначала в китайский иди. Я говорю, он сломается через 2 недели. Но все равно придется идти в китайский. Больше нигде нету. Нет, есть, конечно, там в городе один магазин еще. Ой, блин. Во как, все раскупили. Сейчас здесь посмотрю, есть, нету. Как вертолет. В общем, да. В этом году просто не офигенная жара, не офигенная, офигенная жара. У нас такого, что-то я никогда жару не испытывала, а в этом году прям вообще. Поэтому будем вот так спасаться. Пойду кушать, готовить. В общем, у меня будут сегодня тефтели, да, в сметанно кетчуповом соусе, так что ли можно это назвать. Тут еще какой не совсем домороженный фарш, поэтому я его разминаю. Вроде как немного получится тефтели, поэтому буду в форме вот в такой запекать. Сейчас вот раздеребеню его хорошенечко. Тут там, видите, куски прям попадаются. Замороженные. Я их вроде как порезала, но все равно. В общем, вот так. Ай, как выключить-то? И все это отправляется минут на 40, наверное, в духовку. Все-таки достала вот этот вот форму, потому что думала, мало, а нормально, мне теперь еще на неделю, у меня еще там паэлья есть, в общем, все, раз в неделю буду готовить, блин, пипец, на двоих, когда готовишь, это вообще надо вот такими мизерными формами, тем более мы едим один раз, вот такой вот еду мы едим один раз, поэтому... Когда есть, не знаю. Ну вот, я еще макарошки, спагетти хочу, отварю спагетти. Так что завтра, сегодня со спагетти, завтра с рисом, послезавтра с гречкой. Продержимся неделю. Вот сюда я купила вот этот вот чехол, потому что здесь был без чехла. Вот, смотрите, какой ветерок хороший. А, умный, лег, где прохладно, да? Деловой, смотрите, какой. Может, зря купили вентилятор-то? Вон какой ветер дует хороший. Так что вот так. Слушаю новости. Что там, почем и как. Короче, улучшений нету. Смотрите, какая красота. А пахнет нереально.
кушаю. Тут у меня спагетти, тут у меня альбондигас. Ну, в общем, вы поняли. Всем приятного аппетита! Вода теплая-теплая, но волны, блин, пипец. Красный флаг висит, купаться нельзя. Но люди все равно купаются. Вы знаете, я раньше в таких волнах тоже купалась, и мне было вообще совершенно не страшно. Но с возрастом, по-моему, становится все страшнее и страшнее, и сейчас бы я ни за что не полезла туда. Я даже думала, может быть, домой поехать. Потом думаю, а какая разница, дома лежать, тут лежать, ветра нет. Поэтому и так классно. Чарли сходит с ума от счастья. Смотрите, где мы. Та-там, опять приехали на пляж. Погулять. В общем, сижу я дома, никому не мешаю. Хотя собиралась уже с Чарли идти гулять. Звонит муж, говорит, я поеду в Салаврин, не хочешь, поехали. Тоже с Чарли погуляешь по пляжу. Я такая, о, давай. А то мне все по полям да по полям. А тут по пляжику хоть прогуляться. И, в общем, мы быстренько собрались, пока он там что-то к другу поехал навестить. А я сейчас к нему пешком пойду. Вот. Классно же. Прохладненько, так хорошо. Ну, конечно, время уже около 9. Солнце почти зашло. В общем, гуляем. Это, кстати, все тот же город, в котором я работаю. Только я работаю в старинной части, наверху. А здесь еще есть часть на пляже, которая вот здесь. А еще есть центральная часть, которая вот туда вот углубление идет, где все магазины. В общем, так что, когда я говорю деревня, это не прям вот понятие, что деревня-деревня, как наши русские деревни, знаете. А просто вот. Ну, тут всегда говорят Пуэбло, деревня вроде бы как. Да, конечно, в прошлом году здесь такое было столпотворение. А в этом все намного проще. Да, Чарли? Мы уже дома. Уже время уже позднее. Просто включилась с вами попрощаться. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.